Включили, да? На ковре А. Дворец красных цветов, Чернев, Калинин, город Москва. Чернев является мастером спорта, представляет город Москву. Первый тренер Токас Акчебов. В настоящее время тренируется под руководством Дудаева Игоруса, Хаджимурата Азарзалова и Гочи Рушмакоева, а также Токаса Акчебова. Лучший спортивный результат – призер чемпионата России 2021 года. В синем пятно борется Алдар Бальжанимаев. Представляет команду Республики Бурятия, город Улан-Удэ. Ему 29 лет, мастер спорта международного класса. Республиканская школа Олимпийского резерва. Алдар Бальжанимаев тренируется под руководством Баяра Зелена. Первый тренер Арсалан Полков. Лучшие спортивные результаты Алдара. Бронзовая медаль чемпионата России прошлого года. Также Алдар Бальжанимаев является победителем юношеских олимпийских игр. Жардал Дамбиров представляет Республику Бурятия, город Улан-Удэ. Мастер спорта международного класса, первый тренер Белик Дамбиров. В данный момент тренируется под руководством Батова Фазара. Лучшие спортивные результаты – бронзовый призер чемпионата России. Его соперник, борец с синим пятном, мастер спорта России Башир Магомедов, Республика Дагестан, город Хасавюрт. Спортсмену 20 лет, является учащимся училища Олимпийского резерва города Хасавюрта. Тренируется под руководством Сагидахмет Магомедова, Магомеда Гусейнова. Закончился первый период со счетом 1-1. Впереди борец в красном трико Дамдинов Жаргал. Начался второй период. Счет встречи 1-1 в пользу борцов в красном трико. Активно начал борьбу борец в синем трико Башир. Болельщики просят секундантов в красном трико бросить челлендж. Thank you.
секунду только осталось. Тренируемся. Остается чуть больше 1 минуты. Очень пассивно ведет борьбу борец с красным трико. Видно, что силы на исходе. Вот и ведет борец с синим трико, но он активно атакует, ищет, готовит. Остается 15 секунд. Туше. Судья фиксирует туше. Победа борца в синем трико Магомедова Башира. И он занимает 3-е место на чемпионате России в весовой категории до 61 килограмма. Поздравляем Башира и его тренера.